Привет, Лиза. Ее не Лиза зовут. Я в курсе, но если буду все время говорить «Привет, Лиза», она подумает, что я встречался с девушкой, как две капли на нее похожей. И ей обязательно потребуется получить такое же внимание с этой минуты, она моя. Вот черт. Почему ты хочешь торговать лекарствами? 100 кусков зелени в год, вот почему. Привет, девочки. Здравствуй, красавица. Ну-ка. И есть еще один. Если пациент спросит, ты интерн. Здравствуйте, я доктор Найт. А вы кто? Джейми Рэндалл. Интерн. Что ж, давайте взглянем. Обманщик! Я рубашку при тебе расстегнула! Господи! Черт! Слушай, я извиняюсь. Может, по чашечке кофе? Прямой взгляд, располагающая обстановка, ну ты и мастер. Ты всегда такая злая? Вообще-то я была предельно милой. У тебя потрясающие глаза. Это все? Все, что ты можешь выдать? Тебе же не важна связь. Даже секс не важен. Это возможность час-другой побыть вне образа. И мне плевать, потому что я хочу того же. Почему у тебя нет парня? Давай без обязательств. Я только за. Алло? Мне нравится слушать твой голос. Нравится слушать твой голос? Тебе что, пришельцы мозги прочистили? Говорят, скоро запустят лекарство для стояка Виагру. Отдай его мне. Это революция. Я выписал 2000 рецептов только за этот месяц. Ты твердо в этом уверен? Твердо или нет? Ну, держись. Этой осенью. Ты славный парень, но ты летишь вперед. 600 девок с радостью обсудят с тобой технологии продаж. Зачем тебе обуза? Она отвергла тебя, вот почему ты так запал. Ты нужна мне. Ты мне будешь нужен еще больше. Порой в нашей жизни появляется тот единственный человек и меняет все наши представления о себе. Джейк Гилленхол, Энн Хэтэуэй. Любовь и прочие лекарства. Прости, я знаю, сейчас поздно. Господи! Боже! Отвернись! Осенью в кинотеатрах.